Возможно, я говорю, ну конечно. Ну почему вы уходите? Скромность здесь не нужна, у вас прекрасная идея. Давайте мы с вами обратимся в соответствующие, так сказать, инстанции, палатки. Чтобы люди узнали, да, о вашей инициативе. Ну, и получилось так, что мы с одного города, Запорожья. Я учился в Запорожье. А я живу там. Ну, он живет там, и вот мы два земляка запорожца. Как-то встретились, не зная друг друга, в общем-то, и изобразили друг все дело. Так сказать, два запорожца встретились на одной полосе движения. Я руководил, а Владимир руководил, собственно, проектом, а я движением. А он руководил движением. Правильно. Спасибо. Его зовут Ваня, а меня зовут Владимир, да? Ну так. Неофициально. А официально, а по наслу. Ну что, завтра я буду здесь же. Опять. Спасибо большое, Вика. До свидания. Всего хорошего. Окей.